огромные убытки всей нашей экономики, принесли страдания тысячам и тысячам ни в чем не повинных людей. Тем, что шахтеры сидят на рельсах, они ни на день не приблизят решение своих проблем, а только отдалят это решение, осложнят и без того непростую ситуацию. Разумеется, это не угроза и не преувеличение. Президент